есть на желейного зайчика Харитона. Да, ребят, это такой зайчик. Ну, парень, он не написал своего имени, ничего. Но это как познаватель с Валерой, но только вот это сидит. Ну, это как с познавателем, но только тут какой-то другой дядя. Да, его имени мы не знаем. Но зато знаем имя желейного зайчика Харитошки. Подписывайтесь на этот канал. Я отключу вниз, и, судя по всему, раньше Харитона не существовало. Смотрите, снимал котейку и все остальное. Вот. И подписывайтесь на канал Желейный Заяц Харитон. Крутой канал. Да, ребят. Только не пишите ему, пожалуйста, в комментариях плагиат и все плохое, хорошо? Ну да, может быть, он чуть-чуть сплагиатил. Хотя все говорят, что желейных друзей делать — это не плагиат. Ну хорошо, ребят, подписывайтесь на канал Желейного Зайчика Харитона. У него крутые видео. Да, и вправду. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Love is here.